Жизель, а вы уверены, что это тот человек, который справится с этим заданием? Да-да-да, вы чё, это же Компот, он суперпрофессиональный игрок и умеет взаимодействовать с жителями. Да, вы не переживайте, полицейский, я точно справлюсь с этим заданием, ух. Так, хорошо, тогда огласите ваш план действий и скажите, что у вас с собой в инвентаре. Так, в общем-то, мой план действий, я пробираюсь в эту секретную заброшенную шахту, нахожу этого самого жителя, нахожу его тайник. У меня с собой кирка, факела побольше, телефон для связи и так. Также еда, много еды. Так, ладно, но помните, вы должны брать его целым. Да-да-да, я понимаю, я обязательно это сделаю. Так, тогда связь мы проверили, связь работает, можете приступать, у вас на выполнение операции 3 часа. Все, понял, все сделаю, я готов проникать прямо сейчас внутрь этой шахты. Компот, удачи тебе, мы в тебя верим. Спасибо, жители, огромное еще раз вам спасибо. Что ж, ребята, мы заходим в эту шахту. Всем привет, меня зовут Компот, и добро пожаловать на новое видео. И это, ребятки, не шутка. Ведь сейчас у меня начинается серьезное спецзадание от полиции. Так, ребята, погодите секундочку. Сейчас, я продолжу обязательно. Просто, по сути, мне тут нужно где-то копать. Минуточку, это же тупик у нас. Значит, где-то вот в этой области примерно. Давайте проверим и слушайте. Походу, да! Да-да-да, мне нужно сюда копать. В общем-то, ребятки, сейчас я вам расскажу историю, только обещайте никому ее не говорить. В общем-то, ребята, дело в том, что мы с полицией разыскиваем одного жителя. Объясняю, в чем прикол. На протяжении долгого-долгого времени один из жителей ходил по деревням, всех грабил, ребятки, воровал абсолютно все предметы из изумрудов. И вот недавно он разработал какую-то супер-изумрудную штуку, что позволит ему стать супер-пупер богатым. И если он станет супер-пупер богатым, нам уж точно всем не поздоровится, потому что тогда на эти деньги он будет покупать все, чтобы истребить все деревни. На след этого жителя вышла полиция, но, к сожалению, этот житель-преступник спрятался где-то в шахте. И полиция искала добровольцев, которые смогут отправиться среди жителей. Ну и жители порекомендовали меня, ребята. Потому что, как-никак, с жителями я хорошо общаюсь, жители я знаю, знаю их поведение и так далее и тому подобное. Поэтому эту операцию доверили мне. Так, ладно, ребятки, я буду начеку и буду спускаться ниже. Так, ребят, смотрите, я спускаюсь и что-то тут вижу такое. Эй, прием! Полиция! Я нашел какие-то кровати! Алло! Алло! Черт, ребята, что-то тут со связью. Ладно, тут кровати, сундук, что тут? И в сундуке пусто, но я напал на какой-то след. Блин, нужно было, ребятки, с собой какую-нибудь пушку взять. А то так очень тут опасно ходить. Капец. Видимо, все эти шахты прорыл как раз-таки... Тихо. Мне показалось, или я слышал какой-то звук? Ну так вот, ладно, в общем-то, ребята, все эти шахты прорыл как раз-таки непосредственно, походу, вот этот вот житель-бандит. Житель-грабитель. А это что такое? Ребят, это чё, паркур под, над лавой? Капец, я такой 1000 лет не паркурил. Вы чё, угораете? И мне туда нужно идти? Офигеть, он тут себе, конечно, все выстроил. Реально никто не подберется. Ладно, тихо, ребята, будем аккуратно паркурить. Так, мне же сюда, да? Ладно, как-нибудь разберемся. Как-нибудь пролезем. Так, куда бы дальше? Туда я точно не допрыгну. А вот сюда идеально. Черт, больно в ноге. Ладно, давайте, куда тут ближайшая? Вот это вот ближайшая безопасная точка. А теперь, фух, была не была. Погнали! Ребята. Я чуть не упал в самый низ, так, тут нужно быть явно поаккуратнее, долбанные лестницы, сами знаете, как я их ненавижу, так, осторожно, еще и круговые такие противные, куда мне дальше идти, ладно, давайте попробуем, берем небольшой разгончик, прыжок и все, ребята, нормально, все хорошо, все шикарно, спокойнее, главное быть спокойнее, и мы точно пройдем этот паркур, ё-моё, куда дальше, туда? Туда я точно не пройду. Ладно, давайте пока что по лесенке спустимся и куда-нибудь вот сюда вот дропнемся аккуратно. Аккуратно, потихонечку и помаленечку. И идем, ребята, дальше. Опа, смотрите, вы это видите? Ребята, это же обсидиан. Погодите, минуточку. А давайте дальше прокопаемся, потому что тут, по сути, какой-то есть проходик. Я это точно знаю, мне полиция что-то говорила про обсидиан. Так, хорошо, давайте попробуем его сломать. Я практически его сломал. Давай, грёбаный обсидиан. Что? Ребята, я там что-то вижу. Минуточку, я там что-то вижу. Так, давайте прокопаемся. Эй, полиция, я что-то нашел. Я что-то нашел. Ау, полиция. Меня слышно? Прием! Да блин, нафиг я взял этот телефон, он вообще, ребята, не ловит тут, в этой шахте. А вот, видимо, и тот самый житель. Эй, прием, полиция! Все, отбой по операции, жителя больше нет, алло! Алло, прием! Так, ладно, ребята, а что в сундуке? Опа!
пачки. А в сундуке-то, ребята, что-то да есть. Давайте посмотрим. Тут, например, книга с какими-то записями. Минуточку. Никто не найдет мою секретную разработку по телепортации в изумрудный мир. Я спрятался за обсидианом. Тут и останусь. Офигеть, ребята. О какой разработке идет речь? Видимо, ну я так понимаю, наверное, вот об этой палочке. Погодите. Знакомая палочка, будто я ее где-то видел. Так, ладно, хорошо. Давайте соберем все эти предметы и будем выходить отсюда. Так, фотографию. Жителя, ребятки, нужно обязательно сделать. Телефон. Эй, житель. Алло, ты жив? Так, ладно, ребятки, я не буду ничего тут фотографировать. Просто передам полиции, что случилось. Погнали выбираться. Так, все, бежим быстрее на выход. Я думаю, что они обрадуются этой новости. Эй, полицейские, я нашел все. Так, 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 супер. А где житель-то? А житель, я пытался связаться с вами по телефону. Вы что-то не отвечали. Там, видимо, связи не было. Житель, все, житель стал скелетом. Так, понятно. Видимо, он настолько упился своим богатством, что там застрял. Да, он застроился там весь в обсидине. Я еле достал это все. Так, а что вы достали? Давайте показывайте. Молодец, Компот, мы в тебе не сомневались. Да-да-да, только пойдемте на более ровную какую-то поверхность, чтобы я вам все показал. Так, сейчас я только все вот так вот ровненько сложу, чтобы все вам начать показывать. Так, ну что там? Смотрите, в общем-то, первое, что я нашел, это вот 5 таких эмеральдовых яблок. Так, а попробуйте съесть их. Вы что, с ума что ли сошли? Это в шахте валялось, фиг знает сколько там, житель скелет превратился. Ну мы тогда не узнаем, что они делают, давайте. Так, ладно, окей, хорошо, я съем одно яблочко и... А, нифига себе! Что, что такое? Вы не представляете, мне дало полно эффектов, это офигенные яблоки, вот посмотрите на них! Так, я понял, эти яблоки отправим на экспертизу, видимо это одна из его разработок. Так, а еще разработки есть? Да, по поводу, кстати, изумрудных разработок, я тут нашел кое-что подозрительное, но об этом расскажу чуть попозже. Я нашел еще вот такую вот непонятную штучку, это что за странный персонажик? А, это вы не слышали о таком? Это слаймовый монстр. Он обычно обитает в пещерах. А, нифига себе, я думал, это разработка того самого жителя-бандита, который воровал у всех изумруды. А это, оказывается, просто пещерный монстрик. Блин, его монстром даже язык не поворачивается назвать. Короче, ладно, хорошо. Тут еще есть вот такие блоки. Вау, а что это такое? Похоже на блок крупных изумрудов. Офигеть, Компот, так это же мечта любого жителя, ты не знаешь, что это? Жители, не поверите, но я впервые слышу, что это такое, какие-то изумруды. Офигеть, Компот, ты хоть знаешь, что это такое? Это блок изумрудов. Да я вижу, что блок изумрудов, а в чем его прикол, в чем отличие от обычных блоков, кстати, которые у меня тоже есть, вот 3 штуки. Эх, отличие в том, что в одном блоке изумрудов используется 9 изумрудов, чтобы его создать, а в этом блоке используется стаков 20, наверное. Чего? Офигеть, так у меня таких вон сколько, полным-полно. Видимо, как раз таки он скрафтил эти блоки из изумрудов, которые наворовал по деревням. Видимо, капец, я даже не верю, что я нашел этот тайник этого жителя. Так, ладно, погодите, но это еще не все. Тут такая эмеральдовая пушка есть и... Эй, не наставляйте на меня! Ой, извините, пожалуйста, что-то как-то не подумал, лучше заберите. Да-да-да, лучше от вас это подальше держать. Что еще там было? Ну, еще были 2 вещи, первая из которых это вот это вот. Я так понимаю, штука дорогая, да? Офигеть, Компот, так это же изумруд, граненый в золоте. Тьфу, я, конечно, не силен в драгоценности. Ценных камнях, насколько это все круто, но я так понимаю, очень. И вот это вот. Опа-опа, это то, что мы ищем как раз таки. Да, что это такое? Что делает эта палочка? Дело в том, что это не просто палочка, это специальный телепорт. Телепорт? А, погодите, стоп, я что-то помню. У меня в одном из роликов было что-то похожее, а можете объяснить получше? Так, жители, у кого срочно для следствия требуется 14 изумрудных блоков? Вот, Компот, передай полицейским. А, погодите, стоп, я, кажется, понял, как это работает. Давайте я с вашего позволения прямо сейчас тут все сам построю. Так, погодите, ребята, кажется, мы с полицией напали на след. Я, кажется, понял, что это за штучка такая ядреная. Так, погодите, вот так вот строим. Я правильно понимаю, теперь я должен типа кликнуть сюда, верно? Ну да, попробуйте. Так, ну что ж, давайте проверим, ребята. 1, 2 и... 3. Офигеть, Компот, представляешь, что мы сейчас сделали? Мы нашли секретную разработку этого жителя. Ё-моё, ну давайте прямо туда отправимся и посмотрим, что там. И я куда-то телепортирую, ребят. Блин, тихо, нафиг я сюда прыгнул. И... Стоп. А где я? Ну, это самая главная его разработка. Серьезно, это...
Изумрудный мир, он что, на 100% состоит из изумрудов, что ли? Офигеть, Компот, мы как жители в шоке, мы впервые это видим. Да я, если честно, тоже в шоке от этого. Что ж, мы нашли эту секретную разработку жителя. Теперь мы можем передать это все следствию. Спасибо большое за то, что помогали нам в спецоперации, Роман Компот. Да не только мне скажите спасибо, жителям скажите спасибо, что меня посоветовали. Ну, мне, конечно, спасибо. Ну и подписчикам спасибо, я без них вообще не пошел. Что ж, спасибо вам огромное, жители, спасибо огромное, подписчики, а вот ваше вознаграждение. Офигеть, вот это да! Ну чё, жители, поделим это все? Вот тут правильно мыслишь, Компот. Так, вам спасибо большое за сотрудничество, и теперь вы можете покидать этот мир, ведь сейчас мы вызовем сюда отряд полицейских. Все тогда, жители, давайте не будем мешать, погнали. Офигеть, жители, вот бывает же, да, так? Да, Компот, просто взяли и помогли полиции. Я до сих пор в шоке. Что ж, ребята, на этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Представьте, вот как быстро в моих роликах все меняется, как неожиданно все происходит. Еще сегодня утром я это, конечно, не снимал, но я сидел просто в деревне, играл в комп и больше ничего не делал. А уже к вечеру, ребята, мы нашли секретный тайник жителя в шахте. Представьте себе только. Что ж, ребята, я отправлюсь назад в деревню, а с вами прощаюсь. Всем удачи, спасибо всем. Пока, ребята.